Двое жителей Республики Татарстан утонули в реке Сура. Случилось это в Шумерлинском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вчера в 4 часа вечера из реки Сура был вытащен автомобиль Toyota RAV4. В нем обнаружили тела двух человек, 45-летней женщины и 25-летнего мужчины, которые проживали в городе Набережные Челны. Машина была обнаружена недалеко от понтонного моста, который действует лишь в летнее время. Как сообщили в Следственном комитете, погибшие, видимо, не знали о том, что понтонный мост через реку уже не функционировал. Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 ноября. При этом сам автомобиль удалось найти лишь 18 числа. Поскольку в ту ночь в указанной местности был сильный туман и плохая видимость, а они, по всей видимости, не знали о том, что переправа через реку по понтонному мосту уже не действует и он разобран, преследование по автодороге город Шумерли, село Наваты, ведущий к месту, где ранее находился мост, они сорвались с берега в реку на автомобиле, который в результате затонул. Его местонахождение было обнаружено лишь около 15 часов 16 ноября текущего года при помощи специального оборудования. По информации следствия, погибшие – женщина и ее знакомый, которого она попросила довести до села Липлей Республики Мордовия. Она, со слов родственников, ехала на свидание к своему мужу, отбывающему наказание в местной исправительной колонии. Следственный комитет республики приступил к проверке деятельности людей, которые были ответственны за мост и этот участок дороги. В настоящее время следователи устанавливают, имелись ли на момент происшествия перед переправой все необходимые знаки, предупреждающие о том, что впереди идет обрыв. Юлия Важенина, Республика.